Южной Осетии подписал указ об награждении Талохова Умара Евстафьевича высшей гражданской наградой орденом дружбы. С удовольствием выполняю поручение главы Таймура Зандиевича Мамшарова и не утомляя вас чтением этого указа, просто скажу, что Умар Евстафьевич награжден указом главы высшей награды Северной Осетии медалью «Во славу Осетии». Браво! Да. Абшамарта еще такая тачинда в Умар. Умен раджу дисе урамун дешмейл тича заже шахаш. Ама ядбана седархажибита лабаркадам. Орден за заслуги в развитии спорта. Умар уди садишма куди до сборной команды Советского Союза обшекс. Хуматаге маку. Он состав сборной команды Советского Союза. Мастер спорта для взрослого класса. Ама кто хуматагнал? Просто ждал на кумель. Ама подушек хачте и удар. За заслуги в развитии спорта президент Международного фонда ветеранов олимпийского спорта, заслуженный мастер спорта СССР, герой Советского Союза Александр Павлович Латыпов. Два.